Александра посвятила танцам 11 лет. В этом году она готовится получить звание мастера спорта. Участница коллектива вспоминает, мама настояла на занятиях в академии, когда Саше было 5 лет. Теперь ни дня не проходит без тренировки. Сегодня Александра – солистка группы. Как говорит сама спортсменка, ведущая роль – это огромная ответственность. Вытянуть команду на первое место – это все-таки очень сложно, потому что солистка – это все-таки лицо, это подача, это то, как ты справишься со всеми эмоциями, как ты правильно подашь это все. Я не представляю свою жизнь без танцев, что я просто приду, сделаю уроки и буду сидеть дома. Международный чемпионат шоу-дэнс объединяет лучшие мировые коллективы вот уже 15 лет. Чтобы попасть в финал, участникам необходимо пройти ряд отборочных соревнований в своей стране. Луна Парк вошел в тройку лидеров и блестяще проявил себя на сцене. Их номер «Мьюзим» покорил все европейское сообщество. Мы в финале номера. У нас выстраивается такая очень длинная полоса из людей. У нас было 104 человека в номере. И люди протягивали руку в зрительный зал, соединяясь с людьми всего мира. Мы вне политики, вне каких-то интриг, вне экономики, вне чего. Искусство должно оставаться абсолютно неполитичным. И мы как бы это и показали нашим номером. В Анапу победители вернулись с золотыми медалями и кубком. Как говорят сами преподаватели, поездка в другую страну с таким большим коллективом – драгоценный опыт. Сейчас спортсмены начали готовиться к чемпионату России, который пройдет в марте в Санкт-Петербурге. Танцоры намерены и здесь отстоять свой чемпионский статус. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.